всем привет, дорогие мои! Это VIP новинки, часть вторая нашего с вами каталога 6 2024 года. И сегодня я вам буду показывать наши классные вот такие вот две шапочки, которые вот у нас тут с вами. У них очень интересный вид. То есть в каталоге они пришли красиво, мне не пришли вот так. Но давайте разбираться, что же это за шапочки. Значит, у меня сейчас в руках размер бежевый, артикул 600-846. Это вязаная шапка из соломки. То есть это такая полностью соломенная шляпка. Мне она очень понравилась по ощущениям. Почему? Потому что я точно знаю, что голова в такой шляпе потеть абсолютно не будет. Очень-очень нравится. Охват головы получается 56-57 сантиметров. Ширина полей 9 сантиметров. И материал бумажная соломка. Давайте же примерим цвет бежевый обязательно. Тут еще есть регулятор. И кому-то велико, кому-то мало. Вот, то есть тут можно сделать регулятор. Потому что когда ветер дует, он, ой, как пригождается. Так, ну что ж, надеваем. Вот она у меня полностью одета, получается. И вот тут вставлена какая-то вот железочка, видите? То есть она, можно из нее сделать, в принципе, все, что вам хочется. То есть очень интересная такая шапочка. То есть ее можно, во-первых, носить таким вот образом, да, то есть аккуратно, ух ты, я тут острые углы, да, назагибала. То есть мне кажется, что тут надо медленно что-то дозагибать. А вот, вот такая красотка. Я в новой футболочке, кстати. Так, вот так она выглядит, вот так она смотрится. То есть, как вам вот нравится. Я надела как в каталоге, и, честно вам скажу, эту шляпку я себе оставляю. Уж очень вязка классная, мне понравилась, и мне все очень-очень понравилось. Смотрите, какая она прям хорошенькая, мне кажется, в ней вот отлично просто. Так, если вот так делать, чуть-чуть просвечивает вот та самая проволочка или что это там вставлено, да, то есть вот таким образом, смотрите сами. Ну, я считаю, что хорошо смотрится, великолепно, приятно, так по-домашнему. Самое то, и отдыхать, и все, и хватит ее, ну, я думаю, что на очень долго, но мне хватает на одну поездку любой шапки, потому что я где-нибудь, как назло, ее потеряю. Очень редко я шапки приновожу из поездок. Вот такой вот еще оттеночек. Такой вот очень интересный цвет. Написано, что хаки. Нет, это очень красивый такой зеленый. Может быть и хаки, но не до хаки. Значит, тоже размер 56-57 сантиметров. Состав 100% бумажная солома. Артикул 600-847. Давайте же ее будем примерять. То есть она приходит такая вот невзрачненькая. Я первый раз ее надела. И так смотрю и думаю, что это вообще такое? Знаете, вот из мультика, да, Шипокляк. Вот прям похоже. Да, прям похоже было, но потом я поняла, что ее просто надо распрямить, сделать как хочется, и она ляжет так, как надо вам. Кстати, на мою голову прям размер в размер идет, у меня обычная среднестатистическая голова, то есть можно вот так загнуть, выгнуть, можно вот так ее носить, да, то есть как хочется. Можно это выпрямить, сделать чуть-чуть повыше, да, и то есть таким вот образом носить, да, кому нравится. Можно вообще полностью выпрямлять. То есть она реально удобна в этом моменте. Прям нету слов. Реально удобно. То есть можно опустить. Вот. Но если вы будете голову делать назад, то она у вас, конечно, опять-таки ее нужно надевать будет, да, то есть если так вот вертеться нормально, но я на экскурсиях очень люблю рассматривать какие-то, как сказать, здание, еще что-то, я постоянно хожу, о, какая гора, какое небо, да, какой дом, вот это вот начинается у меня, да, все. Вот. Ну, что не хватает в этой шляпе, мне она идет, но мне не хватает завязок, обычных завязок, потому что обычно, если ты начинаешь использовать какие-то, исследовать, вернее, какие-то горные места, то там ветер. Когда мы поднимаемся высоко, там всегда ветер, а это очень сложно. Шляпку нужно ходить и все время держать. А еще хочется снимать видео, а еще нужно подержать сумочку. Ну, в общем, вы поняли. То есть тут или самим что-то пришивать, или уже искать шапочку с завязочками. Вот это вот, конечно, минус огромный просто. Но сама по себе шляпка, вариант очень классный, очень удобный. Вот, мне понравилось. И причем тут даже если вы захотите что-то сделать, пришивать не нужно, но хотелось бы, конечно, такого же цвета. Лично для меня это как бы важно. Но на самом деле она сидит довольно-таки плотно, хорошо. Но, сделав голову назад, мы видим, что она легко как бы сползает с меня. Да, и
очень хорошо сползает, прям мгновенно, поэтому вот даже не знаю. Следующая новинка – это лаконичная сумка универсальной формы на коротком плечевом ремне. Она идет среднего размера, застегивается на молнию. Материал верх эко-кожа, подкладка 100% полиэстер, фурнитура сплав недрагоценных металлов. Размеры сумка 25 на 16 на 5,5. Высота ручки 27 сантиметров. Артикул 600-830. Смотрите, значит, приходит она в такой упаковочке, то есть ее будут прикольно дарить. Если вы хотите вернуть сумочку на возврат, то это можно сделать в течение 14 дней, если заказ оплачен, то ни в коем случае не повреждайте упаковочку. Пусть она остается такой же хорошей, никакие детальки, ничего не теряйте, чтобы ее вернуть. Ну что ж, смотрим сумочку. Тут, конечно же, бумажка. Вот такая вот она хорошенькая. Такой вот у нее ремешочек. С обеих сторон она просто гладкая, не блестящая. Обычная эко-кожа. Достаем все внутренности. Значит, тут внутри вообще нет ни одного кармашка. Вот если вывернуть саму внутренность, то вообще ни одного кармашка нет. Это просто маленькая сумочка. Ну, что сюда войдет? Ну, вот примерно такого размера телефон. Вот таким образом будет смотреться. Такая вот хорошенькая малюсика. Кстати, очень удобно ее брать с собой. Ручка не регулируется. То есть, кто любит вот так вот по груди, да, как вот я, например, с ребенком, когда гуляю, она же бежит куда хочет, да, то есть тут уже ничего не сделаешь. Это такая малюсенькая. Далее фурнитура идет серебристого цвета, и замочек идет железный, тут застегивается. То есть такая вот хорошенькая. Но мне нравится. Довольно-таки приятная вещь. Следующая у нас с вами сумка полумесяц. Артикул 600-827, тоже очень хорошо упакована, приходит. Она застегивается на молнию, внутри карман на молнии и два кармана для аксессуаров. Ручка регулируемая по длине. Уже сумку можно носить как на плече, так и в руке. Материал верх эко-кожа с модной фактурой. Подкладка 100% полиэстер. Фурнитура сплав недрагоценных металлов. Размер сумки 23 на 20 на 6. Высота сумки от 23 до 33 сантиметров. Смотря как отрегулируете. Ну что ж, открываем. Значит, пакетик. Такая вот штучка. Тут сумочка. Ух ты, как красиво. Слушайте, ребят, ну такая, да, приятная очень сумочка, хорошенькая. Так, можно ли я это дело тоже открою? Как тут все хорошо проклеено. Так, значит, открываем. Вот такая вот ручка. Значит, это я пока не буду снимать. Регулируется. То есть вот это максимальная у нее длина. Тут идет два ремешка. Длина максимальная. Вот так. То есть длиннее вы ее не сделаете. Но можно сделать, получается, покороче. То есть тут есть такая вот заклепочка. Вы ее достаете и можете сделать очень сильно мега коротко. Сейчас сделала ее на самую короткую. То есть вот так будет ремешок торчать. Тогда ее можно носить действительно в руке. Очень такая маленькая получается. Аккуратненькая, хорошенькая. Ну и... как бы, да, как она смотрится. То есть таким вот образом. Но это уже вот так только носить. Ну, слушайте, очень хорошая, аккуратненькая такая. И вот этот вот рельеф мне очень даже нравится. То есть такая симпатюлька. К этой сумке шел портмоне. Кошелек женский с артикулом 600-833. Размер 19 на 10 на 2,5. Давайте же будем открывать. Значит, опять-таки пакетик, бумажка. И вот такой вот тоже хорошенький кошелек, точь-точь таким же рисунком, как у сумочки. Так, открываем. Значит, тут два больших отделения. И под карточки получается по 4 отделения с обеих сторон. То есть вот такие вот уже маленькие, они идут именно под карточки. Два опять больших отделения зеркально. А потом, значит, одно большое отделение. И это, наверное, раздел под мелочь уже, который застегивается на пластмассовый замочек. Фурнитура внутри черная, прям смотрите, пополам покрашена, да, то есть у кошелька, вот тут вот идет черная изнутри фурнитура, чтобы он смотрелся стильнее, со внутренностями, да, внутренности тоже черные, а снаружи фурнитура золотистая, так же, как у сумки смотрится, да, очень хорошо. Но у меня один вопрос, если такое положить в сумку, что-нибудь еще в сумку войдет, кроме этого? Потому что уже вот совсем, да, как вы видите. Ну, в общем-то, очень-очень мне понравилось. То есть, если тут вскрыть внутренность, то тут уже идет не бумажка, а вот такой вот надутый полиэтиленчик. То есть, очень хорошо сумочка транспортируется. Вот, давайте вывернем. Тут идет два таких вот кармашка и один такой вот на молнии. Забыла показать. Далее, такая вот сумочка-малышка.
Она называется мини-сумка с артиклом 600-827, реально мини. Она идет компактного формата, имеет два отделения застегивающихся на молнию. Объем позволяет всегда иметь под рукой телефон, банковские карты, различные аксессуары, плечевой ремень регулируется по длине. Материал вверх эко-кожа с модной фактурой, подкладка 100% полиэстер, фурнитура, сплав недрагоценных металлов. Размер сумки 11×18×4 и плечевой ремень от 60 до 120 сантиметров. Вот до 120 сантиметров, вот это уже хорошо. Вот, потому что я эту полумесяц думаю, вот с ребенком с ней уже гулять, ну вот с моей Викой, которая вечно куда-то бегает, мне вот тяжело думать и о сумочке, и о ребенке. Хочется о сумочке забыть. Вот, я такая вот. Значит, тут наклеечка идет, то есть которая снимается, если вы не хотите, вернее себе ее оставлять. Дальше первый разделчик такой вот обычный, простой. Так, второй отделчик, ну он тут идет и за кошелек, и за, я так понимаю, сумочку. То есть вот этот разделчик уже идет под телефон. Так, тут очень интересный кармашек, тугой-тугой, еле два пальца вошло, да, получается, но он еще и, смотрите, он еще и идет прозрачный, очень интересно. Вот такой вот у нас ремешок, значит, очень узенький, приятный, красивенький, это значит у нас вот так, легко очень, кстати, все. Так, я думала, будет сложнее, а вот это-то почему тут? А, вот так вот. Вот так вот. И на эту сторону прицепляем. Надеюсь, ничего не перекрутила. Вот таким образом она идет. Давайте закроем. И тут можно регулировать ее. То есть великолепная сумочка. То есть можно регулировать. Ну тут в принципе, да, один раз отрегулировали, как вам хочется, до 120 сантиметров. Да, вот это место. И носите или так, или через голову перекидываете, если сделаете длиннее. Я считаю, что великолепно, удобно. И цвет такой, знаете, вот неброский, очень хороший, пастельные тоны, очень приятный. Следующая женская сумка, она идет у нас с вами с клапаном на цепочке, так вот упакована, идет с модной декоративной строчкой, застегивается на магнитный замок и молнию. Внутри имеется карман на молнии и карман для аксессуаров. Цепочка регулируется по длине в двух положениях. Материал вверх эко-кожа, подкладка 100% полиэстер, молния пластик, фурнитура сплав недрагоценных металлов. Размер сумки 31×21×9, длина цепочки 120 см, артикул 600-829. Ну что ж, давайте посмотрим эту красоту. Очень люблю распаковывать новинки. Так, еще и вот такая подкладочка была. И вот такая вот сумочка. То есть можно так вот носить на руке, да, ее. А можно опускать и вот так носить. То есть очень хорошо, удобно. Ну так, не очень удобно. Но на плече нормально удобно. То есть она уже такая длинненькая. Видно? Вот такая вот длинненькая, уже встала на носочки, что все видно было. Так, очень мягкая, приятная, ткань необычная. Вот эта вот эко-кожа, как даже сказать, она прям такая вот тактильная, что ли. К сожалению, тут немножечко ниточки торчат, но сами швы все идеально ровные. И получается, если мы ниточку обрезаем, то вполне полноценная сумка без всяких изъянов получается. Ну, по идее, в остальном все наиидеальнейшее, да, то есть, ну, иногда вот ниточки торчат, которые просто отрезать и все, проблем нету. Так, значит, она идет на магнитных кнопочках. Дальше, значит, открываем. У нас тут идет пластмассовый замок. Так, убираем все пакетики. Вот такая красота. Сейчас я вам ее выверну. Вот такая вот хорошенькая. Ткань, внутренняя ткань совпадает цветом с самой сумкой, что очень-очень приятно. И также, конечно, хочется сказать, что вот тут замочек, вот тот самый, который я описывала, получается на молнии. То есть все очень даже неплохо, все очень даже хорошо. Да, то есть аккуратненько. Мне очень нравится, что тут есть вот обычно, если есть такая вот крышка, ну, как бы закрывашка, да, сверху, то не бывает замочка. Тут есть и то, и другое, что очень сильно мега удобно. Вот. По краям, конечно же, присутствуют такие дырки большие, но все-таки в основном все закрыто и скрыто. Так. Ну, застежка, могу сказать, что мега тугая. Вот.
То есть на двух будет держаться отлично, даже если сумочка у нас с вами будет переполнена. Мне она нравится. Хорошая такая сумёшка. Мне кажется, подойдет много под какие варианты. Вообще под все подойдет, потому что такой вот серо-бежевый оттенок, он просто супер-мега актуален в наше время. И такая классика-классика. Дальше у нас с вами идет кошелек с артикулом 600-835. Размеры идентичны предыдущему. 90 на 10 на 2,3 сантиметра. Да. Кстати, он тоже нежный, приятный, но сумочка на ощупь кажется нежнее, если честно. Цвета абсолютно совпадают, очень приятно. Клеточка, конечно же, на кошельке помельче, тут покрупнее, но тут хотя бы его есть куда положить, да, согласны? Да. Так, открываем. Ну и внутренность точь-точь такая же, как и у предыдущего кошелька. Смысла нет ее описывать. Также начинается с двух глубоких и пошло-поехало. Пластмассовый тут вот посреди замочек под мелочь, да. И также вся фурнитура получается... Кстати, а тут фурнитура золотистого цвета, а тут серебристого цвета. Ну, как бы отличие вот есть. Золотистые и серебристые. То есть все равно как бы, ну, не сочетается, но как бы типа из одной линейки. Я так понимаю. Следующая такая вот огромная сумка Tote. Она идет с замком. Хотя обычно у таких сумок замков не бывает. Просто большая хорошая сумка с ручками. Она идет мягкой конструкции, без подкладки. Застегивается на поворотный замок. А внутри имеется карман на молнии. Плечевой ремень регулируется по длине. Материал вверх идет эко-кожа. Молния пластик. Фурнитура сплав недрагоценных металлов. Размеры сумка идет 32 на 26 на 16. Высота ручек от 7 сантиметров. Плечевой ремень от 60 до 120. Артикул 600. 828. Ну что ж, открываем эту красотку. Так, снимая пакетик, у нас еще есть такая вот тканевая. Дальше вот сама сумочка. Слушайте, ну очень приятный оттенок у нее, она мега вместительная. Я раньше такие очень сильно любила, прямо очень, потому что в нее входило все. Но я их разлюбила, потому что я не могла их носить, мне было тяжело. Потому что он очень много сюда входит. Очень интересно, да? То есть, смотрите, две ручки. То есть, можете так вот носить. И ничего, в принципе, сюда не нацеплять. Она мягкая, очень даже приятная. Мне нравится. Но кожа погрубее, чем у такой сумочки в клеточку, да, было. Дальше, значит, тут поворачивается. То есть, этот механизм уже такой интересный. Это уже такой вот тут декор. Вот, внутри она идет очень мягкая, ткань необычная. То есть, вообще подкладки нету. Внутри нету подкладки, она просто вот такая. И она, вот, знаете, вроде как мягкая, вроде бы всяко разно сминается, но довольно таки крепкая, потому что кожа такая уже грубоватая идет у нее. Внутри, значит, я вам ничего не выверну. Низ прошит кожей точно такого же цвета, как и сама сумочка, как вы видите, да? То есть очень вот это вот удобно. Но сами стенки сумки, да, внутренности, вернее, сумки, с такой вот нежной подкладочки какой-то вот, да? То есть тут такого нету, что что-то достал, постирал. Но есть такое вот отделение тканевое, которое, в принципе, можно использовать. То есть оно идет на молнии. Молния пластмассовая, она серебристой фурнитуре. Так же, как и тут, фурнитура тоже серебристая. То есть такая, знаете, сумка, которая подойдет на любой случай жизни. И сейчас посмотрим с вами ручку, может быть, даже и на путешествие. Потому что вручную кладь... Нет, это не ручная кладь, это будет считаться дамская сумочка, да? Да. У меня тут муж ассистирует. Так, значит, вот такой ремешок. Это, я так понимаю, на серединке. То есть можно сделать очень длинную. Да, вот как вы видите. То есть она будет вообще длиннющая. Вот тут и тут. Можно сделать наполовину, как оно было. Вот таким вот образом. Значит, обратно можно отправить наполовину. Или какая вам нужна длина. То есть тут очень удобные такие вот застежечки. То есть смотрите, чтобы ничего не перекрутилось. И просто в легкую их одеваете. То есть одели с обеих сторон и носите, как вам хочется. Я даже с длинными ногтями справилась. Ну, смотрите, мне как повезло. Не перекрутилось. То есть и вот одеваю. То есть таких вот она размерчиков. Ну, мягонькая, да, хорошенькая такая удобная сумочка. Вот. Причем может деформироваться под кладь. Да, то есть удобно.
Следующая – это женская сумка «Трапец». Так как упакованы не все одинаково, я уже решила, что и так нормально, буду распаковывать заранее. Такой у нее рыжевато-коричневый, бежевато-рыжеватый такой оттенок очень интересный. Значит, это женская сумка «Трапеция». Застегивается на молнию, внутри имеется карман на молнии. А на лицевой стороне сумки имеется наружный карман для аксессуаров. Универсальная высота ручек позволяет носить сумку на руке и на плече. Вместительный размер, можно свободно разместить документы. Ну, кстати, да, сумка под документы. На самом деле формат А4 войдет реально легко. Ну, вот если сравнить с каталогом, ну, каталог не А4, но, в принципе, отлично, да. Материал вверх эко-кожа, подкладка 100% полиэстер, молния пластик, фурнитура, сплав недрагоценных металлов. Размеры сумка 32 на 30 на 13, высота ручек 27 сантиметров. Цвет карамельный. Вот, значит, такая вот у нас с вами карамелька. Фурнитура золотистая у карамельки. Вот. Первый раз такое вижу. Прикольно, слушайте. Такой матрасик. Так, дальше, значит, тут внутренность полностью достается. То есть такая грубая хорошая ткань, 100% хлопок, наверное, мне кажется так. А вот, читала и не запомнила. Такой вот маленький тут внутренний карманчик идет, совсем небольшой. Давайте посмотрим, сколько у него тут вообще, да. То есть, ну вот полруки входит, ну так, так себе, нормально. В общем, и огромный раздел. Больше ничего нет, кроме этого раздела. То есть такая вот красота. Так, ну что нравится, что мне в этой сумке нравится, то что ручки реально клевые, но если вы что-то много наложите в сумку, все-таки ручки тонкие, могут давить. Вот, но это не факт, потому что в принципе удобненько. Да, хорошо, с плечика как-то вот оно не съезжает, то есть здорово, все великолепно, мне нравится. Так, что еще меня тут удивило? Вот ручки не совсем сделаны ровно, честно вам скажу. То есть тут как-то и пошито где-то с какими-то вот, не знаю, будет, не будет видно. Вот с какими-то все штучками-дрючками. Вот тут вот, тут видно? Да. Вот такая штучка тут выпирает. То есть как-то вот все сумки вроде как качественные, не до чего было докопаться. А тут как-то мне не нравится эта сумка абсолютно по качеству. То есть она удобненькая, но вот тут вот, видите, кусок ткани не прошит. То есть нет, как бы, да. И что удивило, ручки как-то вот, видите, не с самого начала. То есть не так вот идут, да, и от сумки отходят, а вот незадолго. То есть вот не знаю, может, где-то они на другом ее заводе заказывали. Но что-то вот как-то вот этот рисунок, он тоже не до конца доходит, да. То есть его как бы торчит, тоже так интересно. То есть не знаю, как-то вот... Как-то вот не знаю. Честно, 10 раз повторила это слово. Но вот эту, наверное, даже если и рекомендую, то сразу проверяйте на пункте выдачи. То есть она симпатичная. Как бы брак только в пошиве. Нету ничего такого прям, чтобы там что-то с самой кожей, да, с самой эко-кожей было. Ничего нет. Вроде бы и молния вшита качественно, все. Но если она вам уже понравилась, то заказывайте, но проверяйте ее на пункте выдачи. На всякий случай, если где-то есть вот такие же погрешности, как у меня в этой сумочке, то, конечно же, сразу же возвращайте на пункте выдачи назад. Чего вам зря таскать туда-сюда вещи? Слушайте, а вот это очень достойная и очень мега качественная, кстати, сумочка. И она мне очень понравилась. Больше всех, наверное, из всей коллекции. Хотя нет, вот та серо-коричневая тоже очень нравится. Значит, это двухцветная женская сумка кроссбоди. Она такая, знаете, стильненькая, хорошенькая. Да, вот если на руке ее подержать, то очень даже ничего, такая симпатичная, аккуратненькая. Это трендовая сумка среднего размера. Застегивается на молнию, фиксируется ремешком с поворотным замочком. Внутри имеется карман на молнии, можно носить двумя способами: на короткой ручке или через плечо на длинном ремне, который регулируется по длине. Материал вверх эко-кожа, подкладка 100% полиэстер, молния пластик, фурнитура золотистая, кстати, сплав недрагоценных металлов идет. Размер сумки 25 на 23 на 13, высота ручки 12 сантиметров и длина плечевого ремня до 120 сантиметров. Цвет молочный терракотовый, артикул 600-832. Сразу скажу, что ручка через плечо тоже терракотовая. Вот все ручки тут идут терракотовые. Так, значит, поворачиваем, да, то есть открываем. Мне кажется, что вот это самый надежный замок.
Вот серьезно, самый надежный, самый классный. И не боишься, что у тебя что-то расстегнется, да? То есть вот шикарно. Дальше, значит, давайте так вот вывернем. Какая у нас тут внутренность, да? Такая вот терракотовая внутренность. Очень, кстати, вместительная. Ну-ка, а войдет ли каталог? Все, наверное, знают размер каталога. Идеально, и даже еще место осталось. Такая вот внутренность. Тоже терракотового цвета. Слушайте, ну очень качественно пошито. Такое чувство, что на разных заводах было. Дальше карманчик. В этом карманчике тоже такая вот небольшая, да, вот такой вот кармашек, то есть получается небольшой. Что мне понравилось почему-то, вот очень оригинально сшито, да, то есть за что мы держим, да, вот эту вот молнию. Она коричневая, да, терракотовая, то есть. А сама молния идеально белая. То есть тоже вот очень интересное такое решение. Дальше, значит, ручки. Они такие тоненькие, приятные, но плоские получается. Регулируются тоже как хочется. То есть длина может быть у нас с вами любой. Вот я вот прям почти 120 все сделала. И также вот легко надеваются. То есть сюда надели. Посмотрели, чтобы ничего не перекрутилось, и сюда надели. То есть все, носите. Если слишком длинно, да, то есть я вот люблю вот так ходить, ну для меня это слишком длинно, то, конечно, я бы убавила немножко обратно. Вот, хотя бы вот так. Это вот моя длина уже. То есть там уже для слишком длинноногих. Я средняя ростом, я 162 сантиметра ростом, кому нужно, да. То есть, ну, такая вот интересная сумочка. Так, ну что ж, у нас остался один кошелек с вами. Также он приходит в такой упаковочке. Артикул 600-834. Все остальное идентично предыдущим, да, то есть искусственная кожа, подкладка полиэстер. Также бумажка. Вот такой вот кошелек с очень красивым рисунком. Мне такие рисунки очень нравятся. Вот, гладкие я люблю, но и такой кошелек тоже здорово. Вы знаете, я даже знаю, кому я его подарю. Да, за кадром Антон улыбается. У Антона мама очень любит этот цвет бордо такой, вот очень приятный. Поэтому я знаю, кому я ее подарю. Вот Антон поедет к ней. Да. И содержимое идентично предыдущим кошелькам. Абсолютно. Перечислять даже смысла нет, чтобы там тратить время. Также у всех кошельков внутренность, если черная, то молния пополам покрашена с золотистой фурнитурой. То есть такая вот красоточка. Следующие новинки. У нас с вами вот такая красота. Обуваем, значит, мужа. А мужу все кроссовки понравились. Да. Вот смотрите, какие они хорошенькие. Да. То есть все идет отлично. Конечно, на черных не очень удобно. Тут очень сильный изгиб, если посмотреть сверху. Видите, как интересно. Всякие разные рисуночки. Еще есть... Вот тут и тут под шнурки, да, вот эти вот дырочки. Тоже очень-очень интересно сделано. Антоха, вот ту сторону дай мне, пожалуйста. Так, тут тоже они, кстати, есть, эти дырочки. Интересно очень. Тут, видите, такое плетение. А тут типа замши получается, эко-замши. Меня тут наругали, что я один раз сказала эко-замши, а потом стала говорить замши. Подошва очень прикольная, пупырчатая. Антон, видите, в одном кроссовке, чтобы я вам показала и протектор, и все. Я такие пупырчики еще ни разу не видела. Очень интересно, конечно, оригинально. Так, нужно узнать, достается ли стелька. Антон, помогай. Да, достается. Вот она. Стелька достается, да? Угу, отлично. Так, значит, Антон, у тебя размер 45, да? Да. Обуви. Как тебе подходит? По размеру, просто прошлые кроссовки я брал в 44-м размере, они мне были впритык. Я посмотрел, чтобы обувь должна быть свободна, то есть пальцы не должны упираться, они должны свободно быть и не должны чувствовать носок обуви. Поэтому я решил 45-го, сейчас это не как раз, и в них очень удобно. Они тебе не велики, да? Нет, не велики. Угу, хорошо. У всех кроссовочек очень интересный состав. Материал верх текстиль и эко-велюр. Я ошиблась с замшей. Подкладка текстиль, подошва ПВХ, размер 40, 41, 42, 43, 45. Идут черный, синий и серый. Сейчас на Антохе серые одеты, да. Один уже одет. Ага, так интересно. Подошва так вперед выходит. Я нигде такого не встречала. Сеточка все-таки черная. Вот тут на свет будет ее очень хорошо видно. Черную сеточку. Значит, это тоже такие же точно дырки. Так, слушайте, ну прям и рисунок одинаковый, что ли?
Ну да, у всех у них одинаковый рисунок. Я же думала, они и подошва одинаковая. Ну как тебе эти, Антоха? Тоже их буду носить, в принципе, прикольные. Угу, хорошие, да. Третий Антон сказал, смысла нет примерять. Ну, я с ним абсолютно согласна. Это такой вот, знаете, благородный синий цвет. Не как там цвет униформы, например, да, а реально клевый, классный синий цвет. Подойдет и под джинсы, и все. То есть он такой же спокойный, какой вот сейчас на камере и есть. То есть очень-очень нравится. Вот эти вот, я не знаю, как будет смотреться, если до сюда шнуровать. Но это, наверное, для тех, у кого низкий взъем, подъем, как он называется, да. То есть вот такая вот красота. У черных красавчиков артикул 886-685, в 45-м именно размере. У серых таких вот красавчиков, да, артикул в 45-м размере 886-697. У синих красавчиков артикул 886-691. Все трое решили оставить. Нормально. Кроссовок много. Никогда не бывает. Нога у взрослых уже не растет. Кроссовки шикарные. Следующая красота у нас идет вот такая. Артикул идет 888-671 в 38 размере. Вверх искусственная кожа и подкладка текстиль. В принципе, вот тут не очень ровно покрашено, причем с обеих сторон, да. То есть, ну, тут еще как-то вроде как по-божески. А тут, конечно, уже сами видите кривизну. Вот, но на самом деле больше никаких нареканий нет. Они идут размер в размер. Удобные, мягкие, легкие, приятные. Мне понравились. Такое ощущение, что они на каблучке немножко, потому что подошва очень высокая, как вы видите, да. И они такие вот серебристые, прям хорошенькие. Стелька у них, так же, как и у мужских, видите, достается. И там уже клей, все такое прочее. В общем, очень удобно, здорово и классно. Еще забыла показать, у них протектор. Тоже очень интересный такой. Всегда, всегда оригинальные протекторы. То есть вот тут тоже такая очень приятная кожа, эко-кожа. И тут блесточки идут. Симпатично очень. Видите, да? Мне нравится. И шнурочки такие серенькие, хорошенькие. Далее, из этой же самой коллекции, еще вот такие вот кроссовочки 35 размера я взяла в Викусе. То есть они ничем не отличаются, ни протектором, ни рисунком, просто цвет немножечко другой. Тоже такая же красота в 35 размере, артикул 886-662. Вот такая красота. Ну, конечно, куда же без тебя, да? Шнурочки Алиса увидела, она очень любит шнурочки. То есть такие вот две новиночки. Хорошенькие. Ну, Викуся уже спит у нас, поэтому смысла нет снимать одинаковые. Хорошенькие кроссовочки. Качество мне понравилось на первый взгляд. То есть все вроде бы как прошито, все очень хорошо сделано. Как бы, ну, никаких нареканий нету. Далее такие вот красавчики. Их выбрала себе моя доча. Мне очень прикалывают вот эти дырдочки. Ну, это я так по-смешному называю. Такой вот протектор у них получается. Тут выбит размер 37. Так интересно в одном из кружочков. На самом деле их тут хаки есть. Вот такие вот светленькие. И вот эти, которые Катюшка выбрала. Эти, которые Катюшка выбрала, они в принципе очень классные, удобные. Она их уже отсняла, забрала. Я сходила, отобрала у нее их обратно назад. Говорю, да, снять покрупнее, получше. Все на свете показать. Да, конечно, любопытная ты моя мадама. Еще драться будешь? Да, вот такая вот красота. Артикул 886-651 в размере уже 37. То есть у меня у Катюшки 37 размер. Очень красиво, аккуратно, классные кроссовки. Катя сказала, что они стильные, будет носить. Может, еще одни такие же заказать. Я говорю, Катя, в компании очень много кроссовок выпускается. Я говорю, давай подождем следующий выпуск. Вот, ну, правда, реально очень много. И вот еще такие вот, то есть хаки я не люблю. Цвет хаки, если честно, я его вообще не перевариваю, поэтому я его никому не заказала, вот эти вот хаки. А вот такие еще одни заказала. Очень хорошенькие, да, кроссовочки. Такие вот бежевые, приятненькие. Это я взяла 35 размер в своей Викуське. Тоже очень красивое сочетание. Но тут уже дырдочки нету, как вот у этих, например, да. То есть они уже такие интересные. И у хаки тоже вот этой дырочки нету. Ну, то есть вот, видите, если тут есть дырочка, да, вроде они как из одной. Но у них абсолютно разный рисунок получается. Хоть они из одной серии, да, но рисунки абсолютно другие, абсолютно разные. Да, обратите внимание, тоже очень хорошенькие. Прям смотрится аккуратно. Вот, красиво.
у этих в 35 размере артикул 886-656. Красота. Мне нравится. Вот качество у кроссовок просто бомба. Ну, пока на данный момент все великолепно. Следующие кроссовочки такие вот беленькие, прям хорошенькие. Мне они очень понравились. Называются они женские кеды, кстати, а не кроссовки. Такая вот красота. Мне они очень понравились. Однозначно их оставляю, потому что прям супер-мега крутышки. Удобные. Я думала, что они будут неудобные, что в них будет мне плохо, потому что подошва толстая. Я думала, она гнуться не будет. А на самом деле очень хорошо гнется, и все очень даже великолепно. Я люблю кеды, обожаю их, особенно с пальто носить, представляете? Так, ну, кеды есть кеды, значит, приходят они с такой штучкой. А, тут у нас тоже достается стелечка, получается. Размер у меня 38, мне они подошли идеально, они мне не велики, не малые. А в прошлый раз тоже 38 кеды мне подходили идеально, но все на ютубе писали, что маломерят. Так вот, эти кеды опять подходят не идеально, я так понимаю, значит, они будут маломерить. Вот такая ситуация, потому что у меня, в принципе, нога короткая, она у меня, наверное, 37,5, наверное, у меня она, в общем, не 37 и не 38. Вот такая красота. Кошка дурит, бегает. Ой, нам бы такую жизнь, да? На недельку побегать, подурить. В общем, мне нравится. Все очень хорошо. Артикул у 38 размера 886-639. Очень хорошенький. Значит, состав у них идет верх искусственная кожа, подкладка текстиль и подошва ПВХ. Ну и поехали носочки. Итак, носочков очень много. Давайте возьмем, которая первая под рукой. Вот это у нас набор носков в рубчик с рисунком. Две пары. Артикул 820-735. Размер я взяла 36-38. Состав 68 хлопок, 29 полиэстер, 3 эластан. Открываются они на зип-замочке. Идут такие хорошенькие. Тут, кстати, есть дырки. Да, чтобы они не задохнули. Значит, вот такие беленькие. Где ж у нас рубчик? Вот он наш рубчик. В принципе, да, довольно-таки плотные, хорошие, высокие носки. Без разницы, рубчик, не рубчик. Так, до куда рубчик идет? Так, а рубчик идет до самого вот практически шва, который тут. То есть такие хорошенькие. Ну, они будут просвечивать, когда натянутся, это понятно. Но очень даже неплохой вариант, да. Дальше точно-точно такие же носки в рубчик, только с цветочком. Да, кому хочется с цветочком, пожалуйста. Кому хочется без цветочка, пожалуйста. Очень здорово и классно. Я считаю, что это прям супер. Далее уже смысла нет открывать, потому что тут видно, что цветочек такой будет бледно-розовенький. Все размеры и все составы идентичны предыдущему. 820-729. Ну, такой красивый, я бы сказала, цвет. Приятный. Дальше вот такой вот нежно такой салатный, да, пастельно-салатный, или как его назвать. Хорошенький, да. Так, мятный. Артикул 820-733. Так, еще есть такие вот голубенькие и рыженькие. Так, сейчас посмотрим, что тут за цвет. Молочный, голубой получается. Артикул 820-731. Тоже очень симпатичный. И тут у нас идет молочный охра. Артикул 820-737. Хорошенькие. Так, мне больше всего вот эти носки почему-то прикололи. Классно. Значит, три штуки в упаковке. Все такие вот разные оттеночки. Они маленькие, такие вот хорошенькие. Я такие очень люблю носочки с низкой посадкой. Артикул 820-725. У меня тут кошка дурит, не обращайте внимания. Цвет серый, синий, розовый. Серый рубчик такой вот интересный. Тут, кстати, везде по центру есть уплотнение, чтобы они не спадывали с ноги. Дальше такой вот синий рубчик. Прикольные такие, свежие, хорошенькие носочки. Вот такая красота. Следующее, значит, с вами посмотрим. Да, получается охра, светло-коричневый и розовый. Артикул у них 820-727 в размере 36-38. Охра, мокка и терракотовый. Не угадала я, понимаете? Так, давайте же посмотрим на эту красоту. Такие же хорошенькие. Цвет очень приятный у них, конечно, и они прикольные. Да, такие яркие, интересные. В общем, смешно. Так, дальше. Такие вот носочки.
Они идентичны предыдущим. Это набор носков, три пары тут идет. Артикул 820-719, тоже в размере 36-38. Так, значит, черненькие. Давайте будем снимать с картонки и смотреть. То есть полностью будут покрывать всю ногу. И тут, как вы видите, прорезиненная есть штучка. Ну-ка, а в этих если... Слушайте, что-то я не... А в этих нету прорезиненной штучки. А тут уже есть. Вот, значит, они лучше будут держаться. То есть они маленькие, но они очень хорошо тянутся. И тоже такие плотные. То есть все носки вот одинаковые в рубчика. Там сверху меньше у них плотность идет, да. Потом, значит, такие вот. Тоже с липучечками. Вот такие вот тут липучечки, чтобы они не соскальзывали. Хорошенькие. Ну и беленькие. Мои фаворитики. Хотя их сложнее всего отстирывать, но очень люблю беленькие. Далее с артикулом 820-717. Такие же, как предыдущие, только новые цвета. И опять беленькие, коричневые и такие темно-коричневые. Тоже хорошенькие такие оттеночки. Передаются идеально один в один. Вот какие они сейчас у меня на камере. А, такой цвет и есть. Это вообще здорово, когда камера не балует. Дальше вот такая красота. Вот эти мне нравятся больше, конечно. Но тут есть молочные. Вот если вот этот, да, заменить на молочный, все. Я бы взяла себе 10 пачек. Честное слово. Артикул 820-721. Состав 66 бамбук. А это уже бамбуковые носки. 29 нейлон, 3 эластан. В размере 36-38. Цвет белый, бежевый и мокка. Да, такой вот мокка. То есть они такие уже вот идут повыше. Тут уже прорезиненного нет ничего. То есть все-таки друг от друга они хоть сколько-то да отличаются. Прям такая куча носков выпущена. Помните, как под Новый год одни носки были выпущены? Сейчас опять очень много носков. Бежевый тоже очень красивый, аккуратный, мне нравится. И, конечно же, молочный. Но он сравнительно белый. Он такой практически белый. Вот у меня стол идеально белый с серым. В общем, ну и степень просвечиваемости при сильной натяжке. То есть такие обычные носки, прямо обычной плотности. Так, дальше. Значит, артикул 820-723. Цвета тут идут мятный, лиловый и ягодный. Значит, ягодный, ну, темные такие. Я такие не люблю, темные яркие носки, если честно. Вот, уж или белые, или черные мне подавайте. Или какие-нибудь в полосочку поинтереснее. Так, лиловый очень красивый, свежий. Буду с удовольствием носить. Так, дальше вот такой вот мятный. Тоже очень нравится, буду с удовольствием носить. Ну, лиловый у меня точно дочка заберет. Она очень любит лиловый цвет. Вот такой вот ассортимент еще носков в рубчик. Очень клевые, классные. Давайте какой-нибудь один цвет посмотрим. Одни, вернее, носки посмотрим. А все остальное, в принципе, будет идентично предыдущему. Артикул 820-747. Цвет лавандовый, арт 36-38. Они уже идут 87 хлопок, 10 нейлон и 3% эластан. То есть такие вот хорошенькие. Тут даже как за ними ухаживать написано. Так, ну давайте посмотрим по плотности. Ну слушайте, в этот раз носки плотность у всех одинаковая. Но тут рубчик очень интересный. Видите, рубчик вот тут есть немножечко посерединке. И вот тут вот. Да? На щиколотке получается. На голени, вернее. А во всем остальном он уже без рубчика идет. То есть так вот посерединке такой рубчик идет. Кстати, он довольно-таки хорошо стягивает ногу, этот рубчик. В отличие вот от этих мест, как-то вот тут потуже идет. Но это не чувствуется, как бы что он там тянет, перетягивает. В общем, очень интересно. Резиночка мега мягкая. Что мне нравится в них. Бывают, знаете, такие резинки, как вопьются, так и все. А эти нет, хорошенькие такие. Так, изнаночная сторона у них вот такая. Очень даже чувствуется, что они такие хорошенькие, натуральненькие, приятненькие. В общем, красота. Итак, давайте я вам назову следующие артикулы. Значит, это у нас 820-741, цвет черный получается. Этот, кстати, очень красивый цвет, терракотовый. 820-745. Так, это у нас 820-743, бежевый. Тоже симпатичный, очень бежевый. Далее, мой нелюбимый хаки. Эти носки я кому-нибудь отдам. А вот мой нелюбимый хаки. Ну, в принципе, всем носкам я считаю, что срок жизни, ну, максимум полгода. Поэтому я взяла все-таки их на обзор. Дальше, значит, молочный 820-737. В общем, вот такая красота. Столько теперь в семье Кононовых будет носков. Все будут разбирать, кому какие хочется. А, такая вот куча мала.
Как мы смеемся всегда. Вот. С вами была Кононова Аня и проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.